Сейчас второй выпуск, это второй и третий день. Вы посмотрите, как я питаюсь на завтрак, ужин и обед. Ну, в принципе, неплохо. Пока чувствую нормально. Но единственное, не хватает мяса. Я в эти дни мясо не ел. Яйцо – это белок. Горох – это белок, поэтому не заменяет мясо мне. А вы сможете питаться 10 дней на 350 рублей? Погнали! Так, наливай себе гороховый суп на завтрак. Сейчас там у меня в микроволновке разогрелась манная каша. Ну, я люблю суп есть утром. Значит, третий контейнер. Ну, суп у меня манной каши. Сегодня второй день. Утро. Так, сейчас я супчик поем. Супчик вот такой, гороховый. И манную кашку. Вот я всегда люблю супчик есть. Вкусный гороховый суп. Можно, конечно, сверху еще поперчить, но перца у нас нет. Они не входят в состав. 50 рублей. Через второй день чувствую пока нормально. Так, суп мы поели. Теперь манную кашку. Да, манная каша без маслица. Прям хочется масла сюда сливочного. Ну, когда ее немножко посластить, она прям вкусная становится. Углеводы. То есть я сейчас поел гороховый суп, это белки. Картошка углеводы. Ну и манная каша тоже углеводы. Мне кажется, манная каша только желудок добью. Легкая такая прям, с утра хорошо заходит. Ну все, я поел. Теперь до обеда. Вот мой обед. Здесь, значит, макароны с яйцом и квашеной капусты. Ну вот, сейчас я покушаю. Капуста вкусная. На природе аппетитно кушать. Макароны остались чуть-чуть. Вот такой контейнер. Вот, сейчас я доедаю. Очень вкусно. Так, разбиваем два яичка. У нас теперь остается всего 6 яиц. Сейчас мы наливаем масло. И мы сейчас подвяжем батон. Так, два кусочка. Начинает уже поджариваться. Наливаю себе чайку. Вот. Два кубика сахара. Он уже там растворяется. И вот пакетик. Ну все, хлебчик мы поджарили. Такой до золотистой корочки. Вот. И сейчас мы два яичка вот так вот закинем. Добавим приправки. Ну все, сейчас
дожарится, и в принципе все готово. Приступаем к ужину. Вот у нас что получилось? Значит, два кусочка батона, два яйца и салатик. Вот такой вот ужин. И один стакан чая с двумя кусочками сахара. Это вкусно. Хрустящий батон. Очень вкусно и аппетитно. Вот такой поджаристый хлеб. Офигенно классный. Там хрустят вообще нереально. Когда будет жарить батон, главное его на медленном огне, потому что они быстро горят. Не успейте оглянуться, как он горит. Вкусно. Уже начинаю привыкать к этому вкусу. Вот и все. На этом все. Завтра, наверное, будет пища повторяться. Надо подумать, что я буду есть утром, обед и вечером. Все, всем пока-пока. Сегодня третий день. Утро. Как же хочется мяса. Завтра кусочек съем. Так, наливаем себе уху супа. Так, и сейчас разогреем манку и гороховый суп. Сегодня третий день. Кушаем кашу. Уже, кстати, надоело ее есть. Но все равно легко заходит. Легкая. Так, чаек остался. Сестра решил чай попить. Сладенького. Ухотелось. Вот уже 3 дня прошло. Завтра 4. Вот на сегодня моя еда. Контейнер. Там макароны, но уже без яйца, и квашеная капуста. Сейчас буду есть. Я здесь на лавочке сел, сейчас тепло, так что можно вот так вот перекусить. Не пропустите следующий выпуск, завтра 4-й день, увидите, как я питаюсь. Всем пока-пока. Подпишись на наш канал. Папа, я, и получай новые интересные видео.